Здравствуйте. Thank you.
Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы проводим итоги, подводим итоги работы Министерства образования и науки Калужской области в 2021 году и определяем задачи на 2022 год. В работе коллегии принимает участие губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области, общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений образования. Коллегия проходит в режиме видеоконференц-связи. На обратной связи находится руководитель образовательных организаций. Ход коллегии транслируется на портале органов власти. Также просмотр коллегии будет доступен в социальных сетях министерства. Прошу коллегию считать открытой. Предлагается следующая повестка дня. Об итогах работы Министерства образования и науки Калужской области в 2021 году и задачах на 2022 год. Выступление по работе отдельных направлений системы образования и награждение работников системы образования. Предлагается следующий регламент. Доклад министра 20 минут, доклады выступающих до 10 минут. Подведение итогов и обсуждение до 20 минут. Закончить работу коллегии предлагается за 1,5 часа. Возражений нет, есть ли другие предложения? Тогда переходим к первому вопросу повестки об итогах работы Министерства образования и науки Калужской области в 2021 году и задачах на 2022 год. Слово для доклада предоставляется Аникееву Александру Сергеевичу, министру образования и науки Калужской области. Спасибо. Уважаемый Владислав Валерьевич, уважаемые участники коллегии, как и прежде, подводя итоги прошедшего года, мы в группах Министерства образования и науки Калужской области в социальных сетях уже в течение нескольких лет проводим опрос населения о 10 наиболее крупных событиях уходящего года в сфере образования. Надо сказать, что этот опрос вызывает живейшее участие у калужан. И его результаты, как правило, совпадают и с нашими выводами. И на этот раз событий года в образовании оказалось так много, что мы решили выделить еще и вторую десятку в опросе. Пожалуйста. У вас одна из самых продвинутых территорий. Во-первых, при всей сложности обстановки вам удается сохранять свое лицо и довольно глубоко проникать в те вопросы культуры, без которых сегодня образование невозможно. Стол с аппетитным, на первый взгляд, названием «Пирогов» – ничто иное, как дань памяти великому ученому. Это интерактивный 3D-атлас анатомии человека. Строение скелета, здоровые и больные ткани и органы изучают подростки Центра одаренных детей. Важную работу по нацпроекту проводят в Министерстве образования и науки. Она направлена на создание новых мест в детских садах. По сравнению с 2019 годом, очередь в детские сады для детей до 3 лет сократилась почти на 600 человек. Это удалось достичь за счет строительства новых современных зданий во всех муниципалитетах. Дети этой школы-интерната по праву могут считать себя разносторонними личностями. Школьная программа – только малая часть их образовательного процесса. Большое внимание педагоги уделяют развитию практических навыков. Например, лабораторные работы по биологии часто проходят в агропромышленной мастерской. В этом году мы впервые в России открыли юноармейскую доску почета. Казалось бы, вроде, ну, элементарно, да, доска почета – это не что-то новое. Но, тем не менее, никто этого не сделал. Мы придумали, мы это сделали. Основной реализатор этой идеи – это педагог. И поэтому те учителя, которые еще недостаточно владеют цифровыми образовательными технологиями, они будут, конечно, обучаться. Оценивать молодых профессионалов будут свыше 300 экспертов из разных сфер деятельности. Победители регионального этапа будут представлять нашу область в отборочном чемпионате на уровне страны. На сегодня уровень технической готовности школы более 80%, она рассчитана на 1000 человек. С
Современные классы, лаборатории, мастерские, информационно-библиотечный центр, большой актовый зал с помещением для хранения реквизита и несколько спортивных залов. Школа активно участвует в региональных и городских проектах. Новое оборудование будут использовать на уроках и на дополнительных занятиях. Основные группы соберут из средних и старших классов. Но для начальной школы, говорит директор Алексей Макрушин, обучающие занятия тоже будут проводить. Это исправить и установить такую же доплату 5000 рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей. К коллективу 12-й школы Обнинска Ольга Камильевна присоединилась всего 3 года назад. Кандидат наук, до этого работала в дополнительном образовании. Приобретение такого сотрудника в школе считают большой удачей. Точка роста – это центр инноваций обучения, созданный для школ в селах и малонаселенных городах. 33-я вошла в федеральный проект в прошлом году. Для дополнительного образования открыли 2 класса. Гуманитарный – в нем изучают биологию, математику, шахматы и кабинет естественно-научных наук. Что как минимум 4 предыдущих председателя молодежного правительства это все выпускники РАНХИКС. То есть целенаправленно такое сотрудничество вузы нашей молодежи всегда есть. Здесь почтовые марки, посвященные 203-му со дня рождения Пахнутия Чернышова, нашего великого земляка, выдающегося ученого, очень важный вклад в популяризацию наследия академика и его творчества и памяти о его замечательном вкладе в российскую науку. Не всегда нужно противопоставлять педагог, менеджер. Самое главное, что директор должен быть цельной личностью. Спасибо. Вот события года, о которых мы рассказали в фильме, говорят о том, что несмотря на сложности прошедшего периода, связанные с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, для региональной системы образования этот год стал одним из наиболее результативных даже по меркам всего прошедшего десятилетия. Результаты нашей работы показала реализация крупных инфраструктурных проектов. Подводя итоги прошедшего года, губернатор Калужской области Владислав Олегович Шапша в числе важнейших событий года назвал решение проблемы доступности дошкольного образования для всех жителей области, в том числе и для детей до 3 лет. И это действительно так. Судите сами. В системе дошкольного образования в 2021 году мы создали 1617 новых мест для дошколят, из них 647 для детей младшего дошкольного возраста. Для дошкольного образования в прошедшем году было построено и приобретено 9 зданий и помещений, многие из которых уже приняли детей. Все они – детские сады нового поколения, в которых созданы все условия для качественного образования, воспитания и гармоничного развития детей. Просторные групповые и спальные помещения, многофункциональные залы и кабинеты, бассейны, современные пищеблоки и медицинские блоки. В детских садах создаются мобильные развивающие пространства, сенсорные комнаты, соляные пещеры, классы для обучения игре в шахматы, лего-центры, интерактивные комнаты, автогородки и метеоплощадки. Но отдавая должное значение данного события в образовании и в социальном развитии региона в целом, мы должны понимать и важность сохранения доступности организованного дошкольного образования, которые мы отныне обязаны обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста. Сейчас всеми формами дошкольного образования в нашем регионе охвачено почти 51 тысяча детей. С повышением качества дошкольного образования спрос на эту услугу у родителей будет только расти, и мы должны этот спрос немедленно удовлетворить. Я прошу глав администрации муниципальных образований держать этот вопрос на постоянном контроле.
В текущем году мы приобрели в муниципальную собственность здание общеобразовательной школы в Кондрово на 1000 мест. Новая школа уже открыта для обучения. В школах области открыто 44 центра дополнительного образования детей, так называемых точек роста, современных пространств для обучения. 152 школы региона в этом году оснащены компьютерными классами, мультимедийными комплексами, цифровыми лабораториями, серверным оборудованием. В школах-участниках проекта «Цифровая инфраструктура» создана современная сеть для цифровизации образовательного процесса и управления школой. Все школы области обеспечены широкополосным интернетом. В школе номер 25 города Калуги теперь работает кванториум, а школьники еще 5 сельских школ Перемышского, Жиздринского, Ферзиковского, Боровского и Малорославецкого районов занимаются спортом и физической культурой в отремонтированных спортзалах. Кроме того, в прошедшем году за счет средств областного и муниципального бюджетов у нас в области был проведен текущий ремонт 226 объектов образования, капитальный ремонт 12 объектов, то есть на объектах свыше более 5 миллионов рублей. В системе профессионального образования региона появилось еще 4 новых учебных мастерских. В Калужском государственном институте развития образования создан современный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. В наступившем году нашей основной целью вновь остается обеспечение качественного образования. Оно включает создание современных условий для получения образования и достижение его высоких результатов, улучшение качества преподавания, выбор эффективных и современных методик обучения и воспитания, систематическую работу по формированию обучающихся функциональной грамотности, читательской, вычислительной, коммуникативной, финансовой и цифровой. На особом контроле министерства в наступившем году будет работа со школами, показывающими необъективные либо низкие образовательные результаты. Приоритетами школ должны стать формирование у детей учебной мотивации, работа с академически неуспешными детьми, повышение квалификации, обучение учителей новым технологиям и методикам обучения. В новой образовательной среде, создаваемой точками роста, цифровыми лабораториями, образовательными платформами, кванториумами, с интерактивным учебным оборудованием нельзя работать традиционно, использовать фронтальные и линейные методы обучения. Это должны помнить все, кто работает с детьми. В системе дошкольного образования в 2022-2024 годах в регионе планируется создать еще 1130 новых мест путем приобретения 7 зданий для размещения дошкольных образовательных организаций. Новые детские сады в соответствии с нашими планами появятся в городе Калуги, в Обнинске, Мещовске, Боровском районе, селе Воскресенское Ферзиковского района. С решением проблемы доступности дошкольного образования мы обязаны обеспечить каждому ребенку возможность качественного образования и раннего развития. Пока же в системе дошкольного образования явно недостаточное внимание уделяется собственно образовательной деятельности, формированию у ребенка базовых навыков для его социализации и последующего обучения, расширению его кругозора, педагогической коррекции, развитию мелкой моторики, речи, мыслительной деятельности, то есть всего того, что создает основы будущей академической успешности школьника. При увеличении запросов на оказание дошкольникам логопедической и коррекционной помощи дошкольные образовательные организации пока не могут в полной мере удовлетворить эти запросы. Да и качество такой помощи пока оставляет желать лучшего. Таким образом, результативность и качество дошкольного образования и воспитания будет нашей приоритетной задачей. В течение прошедшего года Министерство образования и науки региона совместно с нашими партнерами прорабатывало проект строительства школ посредством заключения концессионных соглашений. Это новый для системы образования механизм создания современных объектов инфраструктуры. Первое концессионное соглашение подписано, и в соответствии с ним уже начато строительство школы в микрорайоне Заовражье города Обнинска. Сейчас в стадии подготовки находится еще несколько подобных проектов. С использованием механизмов государственно-частного партнерства мы планируем до 2025 года построить несколько школ в Калуге, Обнинске и Людиново. Сейчас же в нашем регионе в стадии активного строительства находятся школы в городе Калуге, в Медыне, Малорославце, селе Лопатино Тарусского района.
Таких темпов строительства новых школ в нашем регионе не было за весь период новейшей истории. Не менее масштабной станет и реализация в нашем регионе инициированной президентом страны программы капитального ремонта школ. До 2026 года по этой программе в регионе будут капитально отремонтированы как минимум 50 школ. Проведение школьного ремонта – это не просто реновация образовательного пространства. Он будет сопровождаться обновлением учебного оборудования, фондов школьных библиотек, повышением квалификации педагогов. Ремонт школы должен дать старт перезагрузке школьного образования. Такие школы должны идти в авангарде внедрения эффективных механизмов, повышения качества обучения, работать на результат, на повышение качества образования. Поэтому им предстоит поменять представление о сущности процесса обучения, сделав акцент на достижении высоких академических результатов школьников. Наша общая задача – организовать проведение ремонтных работ в кратчайшие сроки, организованно, качественно. Необходимо обеспечить контроль за их ходом со стороны общественности, родительских советов, органов школьного самоуправления. И не забывать о том, что все это мы делаем ради качественного обучения детей, и организовать учет их мнений и вовлечение школьников в процессы обновления школы. За реализацией крупных инфраструктурных проектов прошу руководителей муниципальных органов управления образованием и директоров школ не оставлять без должного внимания вопросы качества обучения. В первую очередь это касается работы со школами, которые демонстрируют низкие образовательные результаты, или школами, которые работают в сложных социальных условиях. Особое внимание необходимо уделить объективному проведению в школах оценочных процедур и кропотливой работе с их результатами. Обеспечить постоянную поддержку детей, которые показывают низкие образовательные результаты. Школы должны больше внимания уделять таким детям, обучать их чтению и работе с текстом, выделять для этого дополнительные учебные часы, организовать повторение ранее изученного материала, вовлекать их в работу объединений дополнительного образования, проявлять больше настойчивости в работе по повышению их учебной мотивации. Нужно активизировать работу с детьми-инофонами, детьми из семей мигрантов, которых в наших школах становится все больше. Активнее включаться в проект «Мы разные, мы вместе», направленный на обучение и воспитание таких детей. Прошу также держать на особом контроле качество подготовки выпускников основной и средней школы, особенно качество академической подготовки обладателей медали за особые успехи в учении. Уважаемые участники коллегии, цифровизация общества и образования меняют технологии воспитательной деятельности. Старые стереотипы и подходы в воспитании уже не срабатывают, сколько бы мы ни цеплялись за прошлое. Сегодня для школьника и студентов факторами социализации становятся неформальные коллективы с привычными всем ритуалами. Их постепенно заменяют социальные сети. Педагоги и классные руководители также должны погружаться в них, работая на опережение, ведя за собой, создавать профессиональные группы в сетях, классные родительские чаты, при этом администрируя эти чаты и определяя их направленность, не только информативную, но и воспитательную, я подчеркиваю, воспитательную. Наша главная цель – повышение качества и результативности воспитательной деятельности. Средством достижения цели должна стать продуманная стратегия воспитания в каждом учебном коллективе. Эта стратегия проста и базируется на трех основах – воспитательном потенциале классных часов, аналогичных возможностях, воспитательных возможностях каждого урока и воспитательном воздействии личности и примера педагога. Не стоит увлекаться специальными мероприятиями, проведение которых настойчиво требует от школы необразовательной структуры. Прошу вас не забывать, что процесс передачи позитивных знаний является важнейшим способом воспитания специфических черт характера ребенка. То, как ребенку преподают ту же физику или математику или какой-то другой предмет, оказывает решительное влияние на него. Это влияние и есть важнейший способ воспитания личности. Уважаемые коллеги, уроки недавних резонансных событий, произошедших в ряде наших школ, вновь подчеркивают особую важность профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, профилактики девиантного гармонизации внутришкольных и межличностных отношений. Особое внимание школа должна уделять детям с
склонным к девиантному поведению и ни в коем случае не пытаться скрыть резонансные факты школьной жизни и поступков детей. Наша открытость – это важнейший фактор профилактики подобных явлений. Наш регион на федеральном уровне традиционно выделяется системностью и качеством патриотического воспитания детей и молодежи. В этом смысле показателен успех наших юнармейцев. Региональное отделение юнармии занимает лидирующие позиции среди молодежных объединений области. В течение двух последних лет юнармия – лучшая некоммерческая организация в регионе. А в 2021 году региональное отделение юнармии стало первым в рейтинге развития этого движения в России. Этот успех необходимо закрепить, расширять участие школьников в этом, с моей точки зрения, самом удачном и популярном воспитательном проекте. Прошу вас в наступившем году самое пристальное внимание уделить созданию и деятельности школьных спортивных клубов. В 2022 году в нашем регионе они будут созданы в 85% школ, а также школьных театров, хоров, театральных и хоровых студий, а также туристических клубов. Эти активности должны присутствовать в каждой школе. Как видите, новое содержание обретает и дополнительное образование. Событием года в калужском образовании стало открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Этот центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. В центре создана уникальная инфраструктура для работы с мотивированными детьми. С момента его открытия в сентябре 2021 года мы провели несколько профильных смен по направлению наука, искусство, спорт, в которых приняли участие более 700 детей. На базе центра будут развиваться олимпиадные движения среди школьников, проходить конкурсы и проекты регионального и федерального уровней. Этот центр станет мощной базой дополнительного образования детей и их сопровождения, в том числе посредством дистанционных технологий. Мы планируем на базе центра также организовать повышение квалификации учителей. В начале этого года на базе центра будет проведена российская космическая программа «Сириус-2022» федерального уровня с участием образовательного фонда «Талант и успех», Министерства науки и высшего образования России, госкорпорации «Роскосмос», а также инженерно-технологического центра «Сканекс». Ранее в Калужской области подобных мероприятий по данной тематике не проводилось. 2021 год указом президента России был объявлен годом науки и технологий. В рамках программы этого года вместе нам удалось провести множество интересных мероприятий, конференций, форумов, ярких культурных и научно-образовательных событий, направленных на популяризацию сферы науки и научных знаний. Наш регион был отмечен особо. Мы вошли по его итогам в десятку лучших регионов. Год науки позволил заложить в нашем регионе замечательную традицию – проведение ежегодных фестивалей науки для школьников. Поддержка этой традиции очень важна для популяризации науки, подготовку научной смены и привлечение молодых ученых и аспирантов для работы с одаренными и талантливыми детьми. Для этого необходимо активнее задействовать все научные организации, особенно организации «Наукограда», площадки кванториумов, центра поддержки одаренных детей, музей истории космонавтики имени Циолковского, а также научно-образовательный потенциал вузов, расположенных на территории нашего региона. Наши вузы должны стать площадками для работы с мотивированными детьми и их дополнительного образования. В новый этап преобразования вступает и система среднего профобразования области. Прежде всего, отмечу существенный рост востребованности получения среднего профессионального образования среди выпускников основной школы. Все больше выпускников 9-11 классов выбирают колледж для продолжения обучения. Судите сами, если 10 лет назад в колледже поступали только 24% от числа школьников, заканчивавших 9 класс, остальные же продолжали обучение в 10 классе в надежде на поступление в вуз, то в 2021 году, то есть спустя 10 лет, эта цифра составила уже 58% выпускников основной школы. За 10 лет рост с 24 до 58
При этом общее количество выпускников основной школы осталось примерно таким же. Колледжи и техникумы в прошлом году выбрали для поступления также 23% общего количества выпускников 11 класса региона. Мы наблюдаем очень высокую востребованность среди абитуриентов колледжей специальностей информационно-технологического профиля. Мне кажется, что это очень показательные тенденции. С 1 сентября 2022 года стартует программа Минпросвещения России «Профессионалитет», цель которой – быстрая и качественная подготовка квалифицированных кадров для рынка труда в максимально короткие сроки. В апробацию проекта новых профессиональных образовательных программ включено 70 ведущих колледжей страны, в том числе Калужский технический колледж. Реализация этого проекта станет для нас безусловным приоритетом. Уважаемые коллеги, сегодня особую благодарность я хотел бы выразить активистам-волонтерам. В нашем регионе официально зарегистрировано более 45 тысяч добровольцев. Основная их масса – это молодежь. Студенты наших вузов, колледжей, молодые специалисты. Патриотическая альтруистская направленность молодых калужан особенно ярко проявилась в период пандемии. В этой непростой ситуации калужская молодежь вновь продемонстрировала свои лучшие качества. И этот порыв молодых и их вклад в общее дело необходимо всячески поддерживать. Уважаемые коллеги, как и прежде, нам предстоит работать и решать задачи развития отрасли в очень непростых условиях. И наша первейшая цель сегодня – это максимально сохранить здоровье детей и педагогов. И для этого очень важно быть собранными и сосредоточенными на реализацию общих целей. Необходимо заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Хотел бы выразить всем работникам системы образования, науки, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей большую благодарность за работу в прошедшем году. Поблагодарить наших социальных партнеров за сотрудничество, губернатора Калужской области и коллег из правительства региона, законодательного собрания за сотрудничество и за поддержку системы образования региона. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Сергеевич. Переходим ко второму вопросу повестки. Цифровая школа, новые возможности, качество образования. Слово для выступления предоставляется Трошкиной Ирине Владимировне, директору средней общеобразовательной школы номер 1 города Калуги. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые члены коллегии. В первой школе города Калуги в течение 2 лет реализуется проект «Цифровая образовательная среда». Одной из задач национального проекта образования является создание в школе современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В нашей школе эта задача решается через внедрение проекта «Цифровая образовательная среда». Этот проект предусматривает, во-первых, обеспечение школы широкополосным интернетом со скоростью до 100 мегабит в секунду, во-вторых, модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и, в-третьих, оснащение школы новыми средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. К началу 2022 года школа завершила первый этап реализации этого проекта. В нашей школе модернизированы структурные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Мы получили доступ к широкополосному интернету. У нас установлено 33 точки Wi-Fi для подключения ноутбуков административного персонала и педагогов. Также оснащены 5 кабинетов техниками в рамках проекта по цифровой образовательной среде. Это ноутбуки для учителей, для учащихся, интерактивные комплексы для презентаций и видеотрансляции в школе и IP-камеры для проведения уроков дистанционного обучения. Также у нас модернизирована система внутреннего и внешнего видеонаблюдения и система доступа в школу. Создание и техническое переоснащение кабинетов цифровой образовательной среды позволило нам на сегодняшний день перейти уже ко второму этапу реализации этого проекта.
и начать цифровую трансформацию школы, которая проходит у нас по трем основным направлениям. Первое направление цифровой трансформации – это организационная деятельность школы. На сегодняшний день в цифровой формат уже переведены такие организационные процессы, как составление расписания, звонки на уроки, организация ежедневного сбора данных по горячему питанию и многие другие. Второе направление цифровой трансформации – это управленческая деятельность. Администрация и педагоги школы стали более активно использовать Google формы для сбора данных и мониторинга образовательного процесса. Начался переход на электронную систему документооборота. Организуется работа учащихся и педагогов на основе новой цифровой образовательной платформы «Сферум» и в социальных сетях. На базе кабинетов цифровой образовательной среды также была организована методическая работа с педагогами. Проводятся педагогические советы, обучающие семинары и практические занятия по использованию новых цифровых сервисов, заседания творческих групп педагогов и круглых столов. Среди проведенных мероприятий хотелось бы отметить педагогический совет по теме «Цифровая образовательная среда как возможность интенсификации образовательного процесса» и работу школы как опорного образовательного учреждения города Калуги по теме «Школы персонализированной модели образования на основе цифровой платформы». Третье и главное направление цифровой трансформации – это, конечно же, образовательная деятельность школы. Благодаря новому оборудованию учащиеся школы получили возможность активно работать с цифровыми платформами на уроках под руководством учителя. В начальной школе активно используются платформы «Учи.ру», в основной и старшей школе – это платформы «Яндекс.Учебника» и цифровые платформы персонализированной модели образования, платформа российской электронной школы. В рамках урочной деятельности на базе кабинетов цифровой образовательной среды проводятся уроки русского языка, математики, истории, обществознания, ИЗО и технологии. На уроках технологии мы с этого года начали реализовывать новую программу, включающую модули «Алгоритмы» и «Робототехника». Учащиеся изготавливают роботов, собирают из конструкторов «Лего» и программируют их. Программы составляются на основе визуального языка программирования «Scratch». Также кабинеты цифровой образовательной среды мы используем и для занятий физической культурой в рамках третьего часа участия в проекте «Шахматы в школу». Учащиеся в начальных школах активно играют в онлайн-шахматы. Используется новое цифровое оборудование и для реализации внеурочной деятельности школьников, организации дополнительного образования и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Дети принимают активное участие в уроках цифры, в едином уроке безопасности в сети интернет. Проводятся такие занятия, как по курсам внеурочной деятельности в первых классах экономика, во вторых классах финансовая грамотность, в четвертых классах мой друг компьютер и так далее. Активизировалась система дополнительного образования школы. На базе школы работают курсы мир информатики, хоровые объединения, в том числе с использованием цифровой образовательной среды в рамках ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. А также проводятся занятия детского технопарка «Кванториум» по программе технологии конструирования беспилотных летательных аппаратов для учащихся 6 и 8 классов. Большие возможности мы получили для организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. Наши дети стали принимать более активное участие в конференциях и научных чтениях, которые в настоящее время чаще всего проходят в онлайн-форматах. В этом году школьные и муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников проходили с использованием онлайн-сервисов. Дети активно участвуют в онлайн-режиме в ежегодных интеллектуально-творческих турнирах, таких как «Кто вы, профессор Чижевский?», «Известный, неизвестный Циолковский», принимают участие в диктантах «Победы» и этнографическом диктанте. Как результат цифровой трансформации школы можно отметить увеличение охвата учащихся школы дополнительным образованием на базе самого образовательного учреждения, что является очень важным для школы, так как школа находится в отдаленном микрорайоне города. Также появилась возможность в школе, дополнительная возможность для раннего приобщения учащихся к интересному миру финансовой грамоты, информатики, робототехники, техническому конструированию, начиная уже с начальной школы, что также является важным направлением работы по ранней профориентации учащихся. Цифровая образовательная среда
стала новым мотиватором и для развития педагогов школы. У нас постоянно образуются новые творческие группы по работе с теми или иными цифровыми сервисами. За последние 2 года увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией и количество участников и призеров конкурсов профессионального мастерства педагогов. Также участие в проекте «Цифровая образовательная среда» на сегодняшний день позволило школе получить статус опорного образовательного учреждения города Калуги по теме «Школа персонализированной модели образования на основе цифровой платформы». Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Владимировна. А вопрос можно к вам? Ирина Владимировна, вы так интересно рассказали о образовательной среде цифровой, но не секрет, что есть целое движение такое, уж не знаю, насколько многочисленное, которое крайне негативно воспринимает это направление деятельности, пытается там противодействовать, высказываться. Вот скажите, пожалуйста, вы в своей работе, в своей школе столкнулись с неприятием этой системы? Есть ли люди, которые считают это ненужной работой или даже вредной? Спасибо. Среди родителей, может быть, или учеников? Спасибо за вопрос. Конечно же, как и в любой школе, на начальном этапе, в 2020 году, когда мы только запускали проект по внедрению цифровой образовательной среды, были родители, которые негативно к этому отнеслись. Но мы проводили большую работу, проводили родительские собрания. И на всех родительских собраниях я родителям предлагала: давайте я вам прочитаю интереснейшую лекцию смелым в руках у доски на тему воспитания детей. И засеку, на какой минуте вы достанете свои гаджеты. После этого, как правило, вопрос снимался, и вопрос отношения родителей к цифровой образовательной среде на сегодня меняется. Тем более, что родители видят в основном, что цифровая среда не подменяет собой учителя, что цифровая среда дозирована на уроках и во внеурочной деятельности, что соблюдаются нормы СанПин. Поэтому на сегодняшний день, конечно же, всегда есть 1-2 недовольных в любой школе. Но вот эта негативная реакция, она снизилась. Спасибо вам. Спасибо. Актуальные проблемы и перспективы развития системы дошкольного образования Калужской области. Слово для выступления предоставляется Губревой Жанне Юрьевне, главному специалисту отдела управления системой общего образования Министерства образования и науки Калужской области. Пожалуйста. С докладчиком выступит Калчева Юлия Викторовна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе муниципального бюджетного дошкольного образования учреждения номер 94 Забава города Калуги. Пожалуйста. Уважаемый Владислав Валерьевич, коллеги, здравствуйте. Добрый день. На протяжении последних лет в целях развития системы дошкольного образования реализовывался комплекс мероприятий, направленный на решение нескольких взаимосвязанных задач. Одна из приоритетных задач по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования реализовывалась в рамках проекта, регионального проекта содействия занятости, нацпроекта «Демография» путем приобретения строительства 29 новых зданий детских садов и осуществления ремонта в 13 дошкольных организациях. За 4 года за счет средств федерального, областного и местных бюджетов было создано 5767 новых мест, в том числе 3137 мест дополнительных для детей в возрасте до 3 лет. В настоящее время всеми формами дошкольного образования охвачены 51 087 детей, и доступность дошкольного образования от 1,5 до 7 лет составляет 100%. О современных условиях в новых детских садах рассказал Александр Сергеевич в своем выступлении. В то же время реализуется у нас и современная среда, осуществляется обновление и в действующих детских садах. Юлия Викторовна, вы являетесь региональным экспертом проекта «Мониторинг качества дошкольного образования в Российской Федерации» и участвовали в оценке качества дошкольного образования в 2020-2021 годах. Скажите, пожалуйста, как создается новая среда в функционирующих детских садах и у вас в учреждении? Безусловно, обновление развивающей среды ведется и в функционирующих детских садах. Создаются необходимые психолого-педагогические условия для успешного освоения дошкольниками образовательных программ. Во многих детских садах региона функционируют лего-центры, есть компьютерные кабинеты, игротеки, театральные студии. В нашем дошкольном учреждении «Забава» города Калуги функционирует музыкальный, физкультурный зал, изо-студия, кабинет конструирования, познавательная лаборатория,
кабинет знакомства дошкольников с окружающим миром, а также плавательный бассейн. Уделяем мы внимание и пространству холлов учреждения. Оно также принадлежит детям и позволяет воспитанникам проявлять себя. Но новые условия требуют нового педагога, который владеет современными педагогическими и информационными технологиями, слышит голос ребенка и обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. И тут, с моей точки зрения, можно выделить несколько проблем. Нехватка педагогических кадров во вновь открытых дошкольных учреждениях, сложности с изменением педагогических подходов к развитию дошкольников в давно функционирующих учреждениях, формирование отдельных профессиональных компетенций воспитателей и в сельских детских садах дефицит специалистов по коррекции развития детей. Жанна Юрьевна, на уровне региона как решаются эти вопросы? Да, в систему дошкольного образования в 2021 году пришло у нас молодых 50 специалистов, а подготовлено было 132. И наша задача этих специалистов принять в нашу систему, поддержать, сделать все, что возможно, чтобы они остались в детских садах. Для этого надо обеспечить системное методическое сопровождение, наладить систему наставничества, шире использовать площадки дошкольных организаций для прохождения педагогической практики студентами колледжей и вузов. Мотиватором для профессионального роста являются, конечно, конкурсы профессионального мастерства, которые позволяют выявить нам талантливых педагогических работников, повысить социальный статус воспитателя, распространить инновационный опыт работы. В региональных конкурсах принимают участие не только опытные педагоги, но и только начинающие свой профессиональный путь. С целью пропаганды имиджа дошкольного образования и обмена опытом в регионе функционирует Ассоциация педагогов дошкольного образования Калужской области, которая объединяет более 700 педагогов. И главная задача этого сообщества – это обмен опытом и демонстрация лучших успешных образовательных практик. Можно отметить, что инновационные площадки, которые организованы на базе дошкольных учреждений, являются мощным методическим инструментом, позволяющим повышать профессиональные компетенции педагогов. 36 детских садов нашего региона имеют статус инновационной площадки федерального или регионального уровня. 12 детских садов являются федеральными площадками по апробации инновационных программ. 10 учреждений осуществляют исследовательскую работу по актуальным направлениям. 10 детских садов города Калуги принимают участие в инновационном проекте управления личностно развивающей образовательной средой благотворительного фонда Сбербанка. А 4 детских сада являются региональными инновационными площадками и успешно транслируют эффективный опыт. Но проблемы у нас действительно остаются. И пандемия выявила неготовность многих педагогов использовать имеющиеся электронные ресурсы. У многих воспитателей недостаточно именно практического опыта в применении информационных технологий. Жанна Юрьевна, абсолютно верно. Проблема недостаточной компетентности педагогов в применении цифровых технологий действительно острая. Это ощущается на местах. Предлагаю в решение коллегии вынести задачу по повышению квалификации педагогических работников в области применения электронных обучающих средств и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. А еще невозможно повысить качество образования в дошкольных организациях без применения современных образовательных технологий. Например, в нашем дошкольном учреждении уже несколько лет внедряется обучающий курс для дошкольников «Детская универсальная STEM-лаборатория». Данный курс очень любим детьми. Он позволяет дошкольникам через обучение простейшему программированию изучать элементарную астрономию, теорию вероятности, криптографию, картографию и другие интересные направления. Знаю, что детские сады региона тоже используют интересные новые образовательные технологии. Совершенно верно. Многие детские сады реализуют инновационные технологии, пробуждающие интересы дошкольников. И вот несколько примеров. Детский сад города Малорославца «Синяя птица» обучают игре в шахматы детей и оборудована метеоплощадка для познавательного развития. В ЦРР детства, в структурном подразделении «Цветочный город», дети обучаются элементам танцевальной фитнес-программы «Zumba Kids», основам конструирования в лего-центре. В кнопочке структурном подразделении для детей до 3 лет сенсорное развитие осуществляется в центре воды и песка. В структурном подразделении «Дельфиненок» детского сада 72 Калуги обучение безопасному поведению на дороге проходит в автогородке. А в детском саду «Маленькая страна» Балабаново, города Балабаново, укрепление здоровья детей осуществляется в соляной комнате в условиях искусственного созданного микроклимата природных соляных пещер, а обучение плаванию дети проходят в собственном бассейне.
Региональная система дошкольного образования была неоднократно представлена и успешно представлена на педагогических площадках различного уровня. Три детских сада – «Синяя птица» Малорославца, «Акварель» ЦРР детства Калуги и «Чебурашка» ЦРР Сиянка города Калуги – получили сертификаты Министерства просвещения Российской Федерации, подтверждающие использование лучших образовательных практик, соответствующих стандарту дошкольного образования. 25 января 2022 года Международная педагогическая академия дошкольного образования МПАДа совместно с нашим министерством была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Векторы развития современного дошкольного образования. Территории инноваций» для педагогических работников дошкольного образования. В ходе конференции педагоги не только познакомились с принципами инновационных программ, но и состоялась презентация опыта работы детских садов Калужской области. Из многих-многих точек региона были приняты более 4500 участников приняли в этой конференции. Разрешите нам передать благодарность от доктора психологических наук, профессора и ректора Николая Евгеньевича Вераксы Александру Сергеевичу Аникееву за поддержку инициативы по проведению этой конференции. Мы не можем обойти вниманием участие региона уже на протяжении 2 лет в проекте «Мониторинг качества дошкольного образования в Российской Федерации». 52 детских сада уже прошли исследования, экспертную оценку, которая позволила установить соответствие реализуемой образовательной деятельности требованиям стандарта и определить удовлетворенность родителей уровнем оказания услуг дошкольного образования. Юлия Викторовна, и вы как эксперт можете определить для нас приоритетные направления развития системы дошкольного образования? Мне хотелось бы отметить, что качество образования тех дошкольных организаций, которые вошли в проект МКДО, стремится к базовому уровню. То есть в учреждениях выполняются требования нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования. В анкетах родителей отмечена удовлетворенность условиями пребывания ребенка в детском саду, качеством образовательного процесса, а также усилиями руководства по управлению дошкольной организацией. Однако при осуществлении мониторинга, при непосредственном общении с родителями воспитанников, эксперты получили запрос от родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители нуждаются в консультативной поддержке и методической помощи в развитии и воспитании таких детей. Я бы выделила это направление как ключевое для работы на ближайший период. Да, в настоящее время такая работа у нас организована через службу психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям. Для обеспечения возможности родителям обратиться за помощью создан региональный портал консультативной помощи, обеспечивающий возможность электронной записи для получения услуг и оценки предоставленных услуг. У нас функционирует 65 консультационных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций, доп. Учреждений, центров психолого-педагогической, медицинско-социальной помощи и методических центров. Общее количество обращений службы представлено на слайде составляет 2000, а вот помощь коррекционно-развивающую за прошлый год получили у нас 816 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. И статистические данные свидетельствует об увеличении спроса им на оказание услуг именно ранней помощи. Перед нами стоит задача расширения службы психолого-педагогического сопровождения родителей путем создания консультационных пунктов в каждом муниципалитете нашего региона. В настоящее время на территории Малорославецкого района в ходе реализации проекта содействия, координатором которого являются районная администрация и отдел образования, создан муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения, а также 9 консультационных пунктов на базе всех детских садов, 2 лекотеки открыты и группа родительской самопомощи на базе социального центра «Звездочка». Этот проект содействия – реальный пример конкретной адресной поддержки семей, нуждающихся во внимании и сопровождении. Жанна Юрьевна, в связи с тем, что ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, работа в данном направлении требует особого внимания. И опыт работы по проекту содействия, мне кажется, нужно транслировать. Согласна, Юлия Викторовна, и предлагаю членам коллегии поддержать основные мероприятия по развитию региональной системы дошкольного образования, обратив внимание на создание условий для развития инклюзивного образования в системе дошкольных организаций, повышение квалификации педагогических работников в области применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
а также продолжать распространение новых педагогических практик, транслирующих эффективный опыт и инновационные технологии в области реализации воспитательного процесса. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Будут ли вопросы, коллеги? Присаживайтесь. Продолжаем заседание. Молодежная наука. Большие вызовы и новые возможности. Слово для доклада предоставляется Осиповой Татьяне Андреевне, руководителю ИАТ НИАУ МИФИ. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Спасибо за возможность выступить на ежегодной коллегии. Хочется сказать, что год науки закончен, но тем не менее, как объявил президент, впереди еще целое десятилетие науки. И крайне важно для нас и для нашего региона иметь общее понимание о том, кто же будет работать в нашем научно-промышленном комплексе в конце этого десятилетия. Поэтому сегодня хочется поговорить о том, как мы видим взаимодействие со школьниками, подготовку в регионе школьников, абитуриентов, студентов и вывод их уже на уровень магистров и аспирантов для того, чтобы потом они смогли занять достойное место в научном комплексе области и защищать честь науки, честь Калужской области в научном фронте страны. Одна из основных задач нашей с вами и всей системы регионального системы образования, мне видится, это подготовка грамотных и высокомотивированных школьников и последствия студентов. И, конечно, работа над тем, чтобы они оставались у нас в регионе, не уезжали. Для этого мы делаем много мероприятий. Я сегодня расскажу о нашей профориентационной деятельности и приглашаю все школы, все СУЗы к взаимодействию с Обнинским институтом атомной энергетики. Поделимся нашим опытом. Уверена, что и другие вузы области занимаются подобной деятельностью. Что же делаем мы? На протяжении нескольких лет, с 17 года, вот уже 5 лет, мы проводим большую работу в области привлечения школьников на площадку университета. Это не просто дни открытых дверей, это такая планомерная работа в течение года. Один из ярких проектов в такой работе – это каникулярный предуниверситарий. Мы приглашаем ребят с 8 по 11 класс. За эти годы прошло уже почти 2500 человек поучаствовали. Многие из них уже являются нашими студентами. Здесь видна география. Почти все города Калужской области активно принимают участие. Тем не менее, мы предлагаем активизировать эту работу в районах и на уровнях школ. Готовы ответить потом на вопросы по привлечению конкретных школ. В рамках такой работы за несколько дней ребята погружаются в жизнь университета, узнают о специальностях, научных направлениях, которые существуют у нас. И, что немаловажно, это красной нитью, наверное, через все мое выступление будет проходить, мы организуем участие предприятий, научно-производственных предприятий города, инновационных предприятий города и региона, организуем их участие в работе с детьми. Очень важно, чтобы ребята еще за школьной скамьей понимали траекторию, куда они идут работать дальше и чем бы они хотели заниматься. Помимо этого, есть еще и такая методичная работа со школами города и ближайших районов, когда мы выезжаем с лекциями, мы приглашаем школьников старших классов на площадку Обнинского института атомной энергетики. Мы проводим много онлайн мероприятий и ответы на вопросы по сутевым направлениям наших направлений подготовки и, конечно, общие вопросы там по приемной комиссии. Но важно
понимать, что мы тоже за последние два года, конечно же, как и все школы, активно перешли на дистанционный или гибридный формат взаимодействия с нашими абитуриентами, поэтому мы очень активны в соцсетях. Если вы перейдете по QR-коду, вы сможете попасть на чат-бот, на который сегодня подписано у нас несколько тысяч школьников области, где они в формате непосредственно там, ответов на вопросы получают информацию и о том, какое направление подготовки им лучше выбрать, и о тех мероприятиях, которые у нас проходят, об экскурсиях, мастер-классах, и могут получить непосредственную консультацию по любому из вопросов подготовки. Активно мы взаимодействуем со школами города, конечно, в первую очередь школами, ориентированными на STEM-образование, это физико-технические школы, гимназии, по продвижению Олимпиады Росатома. Эта Олимпиада дает дополнительные баллы студентам при поступлении, абитуриентам при поступлении в ВУЗ. Развивается Олимпиада по всей стране, и вот на сегодняшний день 126 школьников Обнинска и Малорославцы и Балабанова пишут на нашей базе эту Олимпиаду. Для них это большая возможность поступить не только в АТ, но, в общем-то, и в любой московский вуз, включая большой московский МИФИ. Хороший опыт взаимодействия университета с теми объектами, да, региональной системы образования, которые уже существуют в городе. Это, конечно, и Кванториум, это, конечно, и Центр молодежного инновационного творчества, это и распределенный детский технопарк Академии Технолаб. На нашей площадке в университете мы совместно проводим много мероприятий для школьников, в том числе под руководством наставников университета делаются школьные проекты в рамках предмета проектной деятельности школьного. Ну, пока у нас такой опыт положительный с физико-технической школой города, мы планируем его расширять, но тут, естественно, должно быть такое движение взаимное навстречу друг другу. Мы готовы предоставлять нашу базу научно-техническую. Наставники из школ тоже все заинтересованные приглашаются и активно пользуются нашими возможностями. Дальше, поступив в университет, когда ребята уже становятся нашими студентами, мы ничуть не ослабляем с ними взаимодействие, а скорее даже усиливаем. И для нас очень важно определить их ориентацию на проектную деятельность, и эти ребята скорее уйдут в какой-то инновационный бизнес, возможно, в какие-то свои создания, решения своих, реализацию своих идей, или научная направленность, и тогда эти ребята смогут поступить в нашу аспирантуру и заниматься научной деятельностью в предприятиях региона и во всероссийских больших научных организациях, в том числе включая мега-сайенс-проекты, которые реализуются в стране. Для этого у нас активно действуют кружки под руководством наставников наших педагогов. Наше научное сообщество уже в лице активных студентов очень инициативно, и в этом году ребята провели по собственной инициативе согласованием с Министерством образования открытую региональную олимпиаду по математике и региональный научный турнир. В нем поучаствовали студенты вузов области, и такой первый блин не был комом, активно, хорошие есть отзывы, активно ребята принимали участие. Я думаю, что мы сделаем эту практику ежегодной, и она будет полезна для всех вузов и для всего научного сообщества. И замыкая
цепочку, хочется сказать, что, конечно, те кадры, которые уже подросли до уровня магистратуры, аспирантуры, их вовлечение в научную деятельность, научную тематику невозможно без постановки амбициозных задач со стороны ученых, со стороны научных школ, со стороны реального бизнеса. Поэтому крайне важно взаимодействие с научно-промышленными компаниями. Я показываю наш контур. Конечно, у каждого вуза области есть свое такое облако тех предприятий, с которыми вуз взаимодействует. И тут крайне важно, что чем раньше студент будет вовлечен в постановку задачи от реальной научной группы, тем больше вероятность того, что он останется работать потом после окончания вуза на этих предприятиях области, не уедет, не сменит свою траекторию на банк, на какой-то отвлеченный бизнес. Поэтому очень важно для нас, и я надеюсь, что очень важно и для школьного образования, еще на этапе до поступления в вуз рассказывать ребятам о их возможностях. А сегодня в регионе очень большие возможности реализации своей карьеры, в том числе научной, и с достойными зарплатами, и с большими профессиональными успехами, которые гремят на всю страну и в научной сфере. Поэтому приглашаю к сотрудничеству всю систему школьного образования города. Мы открыты, мы периодически проводим дни открытых дверей в университете и готовы вместе с вами вовлекать наши родные калужские кадры, оставлять их на благо нашей области. Спасибо. Спасибо, Татьяна Андреевна. Будут ли вопросы, коллеги? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Слово для выступления предоставляется губернатору Калужской области Владиславу Валерьевичу Шапше. Здравствуйте, уважаемые коллеги, руководители, воспитатели, преподаватели, все, кто сегодня нас слышит. Ну, во-первых, я хочу сказать вам спасибо. Это второй год очень сложного испытания для всех нас, для системы образования. И вам приходится работать в очень непростых, экстремальных практических условиях. Мы попробовали дистанционное образование и, конечно, выслушали всю критику в свой адрес, порой заслуженную, порой просто эмоциональную, но это было. Это было очень непросто. И вы с честью этот вызов приняли и прошли через эти испытания. В этом году мы научились справляться с ковидом, тем не менее все болеют, и это, конечно, сказывается на, в том числе и процессе образовательном. Сегодня многие даже поменялись выступающие здесь, потому что вчера уже вышли из строя. Много хорошего сказано было министром о наших результатах, это правда. Действительно, мы избавились от очередей в детские сады, в дошкольные образовательные учреждения, построили 8 садов, сделали то, что не под силу сегодня многим регионам России. Следующая на очереди задача – это школы, особенно там, где вторая смена. В Калуге очень острый вопрос стоит. Именно поэтому мы одни из первых в стране вошли в соглашение по концессии, по строительству с Государственной корпорацией развития ВБРФ, строительство школ в регионе. И мы в общей сложности за 3 года планируем построить 10 школ. Это кроме тех, которые сегодня уже строятся. Вот про Кондрово говорили, построена прекрасная школа. Медынь, Малорославец, Лопатино, Тарусский район. В Калуге на Кубика строится школа, и на Байконуре построим, и на правом берегу в комфорт-парке построим, и в микрорайоне Тайфун построим. Это серьезные, беспрецедентные так по масштабам строительства таких объектов, и мы рассчитываем, что таким образом снимем остроту и этой проблемы тоже в ближайшие 3 года. Очень важно, конечно, что в этих школах
сформировались новые педагогические коллективы, чтобы было кому работать. И здесь мы рассчитываем на нашу высшую школу, на то, что наш университет, Калужский государственный, сможет подготовить достаточное количество кадров для работы в этих новых школах. Но очень важно, чтобы и старшие педагоги, опытные, с бесценным опытом образования, этот опыт передавали молодым ребятам. Это тоже очень непростой этап и непростой процесс передачи. Сейчас практически обучение для каждого человека становится непрерывным на протяжении всей жизни. Будь то педагог или врач, или инженер. Сейчас нельзя научиться чему-то в институте и потом всю жизнь этим багажом пользоваться. Настолько быстро все меняется вокруг, что приходится квалификацию повышать, переучиваться, доучиваться. И этот процесс, который стал неотъемлемой частью нашей жизни. И здесь тоже Калужская область не стоит в стороне, и повышение квалификации преподавателей ведется по современным стандартам. Но, опять же, вызовы настолько быстро встают перед нами, что здесь нужно поспевать, Александр Сергеевич. Капитальный ремонт школ. Программа, которая объявлена президентом Российской Федерации, выделены средства, значительные средства. Первый год реализации этой программы, 22-й. У нас 49 школ стоит в этом списке. Но, конечно, это совершенно не исчерпывающий список. Их гораздо больше в Калужской области. И нам важно постараться, особенно министерству, муниципалитетам на местах, чтобы своевременно подготовить сметы для ремонта наших школ. Будут сметы, проверенные сметы, мы сможем претендовать на гораздо большие средства, которые будут предоставляться бюджетом Российской Федерации. И мы не будем ждать 2023-2024 года, давайте это делать уже в этом году. Уверен, мы найдем возможность дополнительного привлечения средств в бюджет Калужской области для решения этой важнейшей проблемы. Это не секрет, да, мы, конечно, гордимся новыми школами, отремонтированными, красивыми школами, но есть школы в районах и не очень презентабельные. Не надо этого стесняться. Нужно делать шаги для того, чтобы эту ситуацию исправить. Такие силы у нас есть, надо просто ими грамотно воспользоваться. Следующая тема, которую сегодня мы уже обсуждали, это цифровизация. Пожалуй, самая популярная, самая спорная, такая вызывающая жаркие дискуссии тема. Никуда мы от нее не денемся. И сегодня, когда про QR-код тут сказали, я смотрю, все раз достали телефоны, быстренько этими гаджетами воспользовались. Мы живем в этом мире, он такой, он другим уже не станет. Если только уехать куда-нибудь в глубокую деревню, где нет интернета, и обречь себя, значит, на такую жизнь отшельника, тогда, наверное, можно как-то от этого стоять в стороне. Но жизнь наша такова, что вопросы цифровизации все больше и больше и глубже будут проникать в нашу жизнь. С этим связаны большие опасности. Опасности, с одной стороны, для правильного восприятия, особенно детьми и подростками, той информации, которая есть в этих сетях. И вам необходимо научиться самим и научить наших детей, как правильно пользоваться этой информацией, как ее оценивать, фильтровать и делать правильные выводы. Сегодня, к сожалению, даже взрослые в большинстве своем не способны эффективно работать с современными информационными системами. Нам так кажется, что мы можем нажать какой-то поисковик и увидеть кучу информации, и что это и есть ответ на все вопросы. Это не ответ на вопросы, это один большой вопрос. У нас огромное количество информации, даже не информации, у нас огромное количество данных, которые в информацию превратятся только в наших головах. И научить цифровой гигиене ребят и научиться самим – это важнейшая задача, Александр Сергеевич. Я прошу вас тему цифровой гигиены очень внимательно изучить, постараться, если такой программы еще нет, ее сделать и всех педагогов очень тщательным образом посвятить в тонкости этого вопроса. Это не так просто.
Это очень важно. Я вас прошу внимательно к этому отнестись. Посмотрите, как изменился мир вокруг. Что-то случилось. Вот последний случай берем, там, 51-я школа. Значит, якобы мальчика выгнали, все там, значит, на мороз. Мальчик почти замерз, родители устроили скандал, прибежали в школу, в управление образования. Ну, я читаю сети, как и вы все. Какие выводы я могу сделать, как и вы все, как и мы все вместе? Что так и было, раз другой информации нет. Но слава Богу, что разобрались в этом вопросе, благодаря видеокамере, которая стояла в школе. Все видели, никто там никого не выгонял, никто никому, никого на улицу не выпихивал. Дети все играли, парень взял, потом сам ушел. Никаких в этом смысле проблем не было. Но скорость распространения информации требует от нас гораздо более быстрой и профессиональной реакции. Это касается всех случаев, которые у нас в этом году произошли и стали неприятным для нас событием. Не нужно их скрывать или замалчивать, но в них нужно очень быстро и очень профессионально разбираться. И говорить людям правду, какая бы она ни была. И привлекать комиссии по делам несовершеннолетних оперативно. И принимать грамотные решения. И привлекать правоохранительные органы, если того требует ситуация. И не бояться этого. Мир изменился. Да, раньше такие случаи тоже были, мы прекрасно это знаем. Всегда были эти случаи. Всегда были в школах хулиганы. Всегда были в школах конфликты. Дети никогда не были белыми и пушистыми. Давайте вспомним фильм «Чучело». Когда он снят? В советское время? О чем он? Именно об этом. О том, что дети бывают очень жестокими. Но наша задача, наша с вами, взрослых людей, не запихивать это под ковер, чтобы чего не вышло, а вытащить на поверхность, чтобы это было примером и этим детям, и другим, и родителям назидания. И тогда нам нечего будет стесняться и не за что переживать, кроме как за свою работу. Я уверен, что эти случаи послужат уроком для всех нас, и мы сможем в будущем не допускать их или решать наиболее эффективным и быстрым образом, не давая из этого вырасти каким-то невероятным конфликтом. В прошлом году в 10 регионах страны стартовал пилот. Мы тоже в этот пилот вошли. Это бесплатное обучение школьников языкам программирования. Об этом мы договорились с министром цифрового развития Максутом Игоревичем Шадаевым. Обсуждали и дальнейшее развитие этого проекта. Проект будет развиваться теперь уже в офлайне, в формате семинаров. И очень важно, чтобы максимальное количество наших ребят, талантливых ребят, имели возможность поучиться этой науке. Нужно будет сдать какие-то экзамены, нужно сдать какие-то тесты для того, чтобы попасть на эти курсы. Но главное, чтобы эта возможность была, и главное, чтобы ребята действительно ею воспользовались осознанно, и мы получили с вами больше специалистов в этой сфере обученных, грамотных людей. Нам, конечно, не только надо заниматься образованием, надо и воспитанием заниматься детей. Об этом говорит президент. Такая задача перед нами стоит. Есть инструменты, есть классические инструменты патриотического воспитания, гражданского воспитания. Вот приводился пример юнармии, действительно, очень такое выдающееся явление в этой сфере. Более 10 тысяч школьников у нас состоит в рядах этого движения. Ребята очень решительные. Я встречался с победителями конкурсов юнармейских. Благодаря этому мы заняли первое место в стране, стали лучшими в прошлом году. Есть и другие форматы, есть центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который мы открываем.
Но очень важно, чтобы и в садах, и в школах классные руководители обращали внимание на то, что в классах происходит. Были доплаты наши, они сохранились. Есть доплаты, которые определил президент, они выплачиваются. Это средства серьезные, которые направлены на то, чтобы у педагогов был мотив быть классными руководителями и тратить свое время и внимание на своих подопечных, своих школьников. Мы очень рассчитываем, что это даст свой результат. Мы очень рассчитываем, что отношение ребят друг к другу и отношение родителей к школе, что тоже немаловажно, будет сформировано благодаря в том числе и этой работе. Вам здорово достается, когда различные, так сказать, такие маловоспитанные, я так скажу без тени сомнений, маловоспитанные родители приходят в школу качать права. Есть разные ситуации. Но есть хамство откровенное, когда учителя ни во что не ставят, кроме себя ничего не видят вокруг и требуют каких-то абсолютно абсурдных вещей от школы и от класса, и от учителя. И об этом тоже не нужно молчать. У вас есть коллектив школы, у вас есть родительские комитеты. Не постесняйтесь эти случаи вытащить на поверхность там. Никто еще силу общественного мнения не отменял. И пусть эти люди, которые ведут себя, скажем так, некорректно по отношению к школе, станут предметом внимания других родителей. А то вы так слезы вытерли, платки убрали и дальше работаете. А эти ребята не успокаиваются. Они будут создавать негатив и, пользуясь современными средствами коммуникации, и дальше осложнять жизнь в школе. Такие есть примеры. Их, к счастью, немного. Но они самые неприятные и самые яркие. Когда на белом листе стоит одна клякса, вы же не смотрите на белый лист, вы смотрите на эту кляксу. И она является центром внимания. Вот чтобы такие кляксы не оставались без нашего общего внимания, я прошу вас их никуда под скатерть не убирать, а обсуждать как можно более открыто. Очень важно, чтобы наряду с профессионалитетом, о котором тоже сегодня было сказано, мы развивали отношения с бизнесом. Это касается среднего специального образования, ведь именно бизнес является заказчиком в этой среде специалистов. Очень важно, что мы достигли таких результатов за 10 лет, что у нас большое количество выпускников школ идут в среднеспециальные учебные заведения. Мы все сделаем для того, чтобы эта система улучшалась и становилась более современной. Мы предпринимаем сейчас максимальные усилия, чтобы создавать такие центры на территории Калужской области. И уверен, мы это сделаем и обсудим уже как результат нашей работы. Но важно, чтобы подготовка рабочих, специалистов среднего звена в тесном контакте осуществлялась образование и бизнеса. Высшее образование. Мы сегодня признательны правительству Российской Федерации за то, что нам дополнительно выделили 2,2 миллиарда рублей на строительство кампуса, на достройку кампуса Бауманского университета. 3000 студентов, там 3,5, будет жить и учиться в этом замечательном учебном заведении. Это первый пример за последнее длительное время в стране создания такого мощного высшего, мощной базы для высшего учебного заведения. В этом году мы должны завершить строительство кампуса. В следующем году уже наполнить его оборудованием, сделать пусконаладку, и он сработает раньше, чем все остальные, которые по программе правительства Российской Федерации сегодня строятся в стране. Я уверен, что он станет частью инфраструктуры нашей инновационной, важнейшей частью. Рассчитываем очень, что и в Обнинске Росатом МИФИ, как центр подготовки
специалистов ядерной отрасли также продолжит развивать. И есть определенное понимание у корпораций, у нас, как это будет происходить. И это как раз очень хорошо вписывается в десятилетие науки и технологий, которые у нас объявил президент. Ну и в завершении хочу сказать, что 22-й год уже наступил, 23-й год станет для России годом педагога и наставника, вашим годом. И я очень хочу, чтобы Калужская область в лице наших преподавателей и воспитателей, детских садов, школ, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений по-прежнему оставалась лидером в стране. Это результат нашего с вами вместе труда, результат вашей любви к профессии, вашей ответственности и вашей жизни во многом. Я вам за это признателен и прошу также ответственно работать и в 22-м году. Спасибо. Спасибо большое, Владислав Валерьевич. Коллеги, приступаем к награждению работников системы образования. Друзья, добрый день. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что слушаете нас по видеоконференции. И для вручения наград работникам сферы образования приглашается губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша. Друзья, сегодня замечательный, как и всегда, список, прекрасный, что самое главное, несложные фамилии. Поэтому за особые заслуги и высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию Калужской области, наградить медалью Калужской области за особые заслуги перед Калужской областью второй степени Снежану Анатольевну Терехину, заместителя министра, начальника управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Калужской области. Снежана Анатольевна, поздравляем вас. Большое событие, высокая награда. За многолетний добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Калужской области присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Калужской области» Владимиру Владимировичу Лыткину, заведующему кафедрой философии, культурологии и социально-культурной деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Калужский государственный университет имени Константина Эдуардовича Циолковского. Наше поздравление Владимиру Владимировичу и переходим к следующему награжденному. За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд, способствующие развитию Калужской области, присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Калужской области» Ивану Ивановичу Цурикову, директору государственного казенного учреждения «Школьный автобус». Иван Иванович, поздравляем вас. Всего вам самого доброго, здоровья и дальнейших успехов. За активное участие и высокие достижения в социально-экономическом развитии Калужской области наградить юбилейной медалью Калужской области 75 лет Калужской области Надежду Яковлевну Хохлову, заведующего отделом образования администрации муниципального района Износковский район. Надежда Яковлевна, наше поздравление. Всего вам самого доброго, дальнейших успехов. За многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высокое профессиональное мастерство наградить почетной грамотой губернатора Калужской области Ирину Петровну Лазутченкову, главного специалиста государственного казенного учреждения Калужской области, Центр бухгалтерского учета. Ирина Петровна, поздравляем вас с высокой наградой, всего вам самого хорошего. Новых достижений. За многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей объявить благодарность губернатора Калужской области Анне Ивановне Наумовой, главному специалисту отдела управления системой общего образования, управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Калужской области. Анна Ивановна, примите наше поздравление. Очень большая, очень высокая, серьезная награда. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, мы благодарим Владислава Валерьевича за участие в этой части церемонии награждения и продолжаем нашу церемонию за добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный личный вклад в организацию и совершенствование образовательного и воспитательного процессов, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, наградить почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области Юлию Вадимовну Акимову, учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей номер 9 имени Константина Эдуардовича Циолковского города Калуги. Юлия Вадимовна, поздравляем вас с такой замечательной наградой. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и совершенствование образовательного и воспитательного процессов, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, наградить почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области Анастасию Ивановну Борцову, учителя начальных классов Дечинской средней общеобразовательной школы Малого Ярославецкого района Калужской области. Анастасия Ивановна, наши поздравления. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и совершенствование образовательного и воспитательного процессов, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, наградить почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области Галину Алексеевну Легкую, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 30 города Калуги. Галина Алексеевна, поздравляем вас и продолжаем. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и совершенствование образовательного и воспитательного процессов, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, наградить Эмму Грачиковну Туманян, учителя русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Унковского, поселка Воротынск, Бабынинского района Калужской области, одна из самых известных школ нашего региона. Эмма Грачиковна, поздравляем вас и желаем вам всего самого доброго. Продолжаем награждение. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и совершенствование образовательного и воспитательного процессов, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, наградить почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области Марию Алексеевну Жданову, учителя русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 1 города Балабаново муниципального района Боровский район. Мария Алексеевна, примите наши поздравления и пожелания дальнейших и замечательных побед. Продолжаем нашу церемонию. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вручить благодарственное письмо Министерства образования и науки Калужской области Марине Викторовне Петровой, учителю-дефектологу Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области Калужский государственный институт развития образования. Калужский государственный институт развития образования, ГИРО, о котором сегодня уже много говорилось. Марина Викторовна, наше поздравление, всего вам самого доброго. Друзья, еще раз мы давайте поприветствуем аплодисменты всех, кто сегодня получил замечательные, выдающиеся награды. Высокий труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в обучение и воспитание обучающихся. Для подведения итогов нашей коллеги. Константин Михайлович, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые члены коллегии, у каждого из присутствующих есть проект решения, коллеги. Если есть согласие, то мы примем за основу и доработаем с учетом предложений, прозвучавших в выступлениях докладчиков. Если есть дополнительные предложения, то прошу их направить в течение 14 дней в письменном виде в установленном порядке. Есть ли другие предложения? Тогда прошу проголосовать членов коллегии за принятие данного решения. Пожалуйста, кто за? Против? Воздержавшиеся? Принимается. Спасибо большое всем за участие. Спасибо, Владислав Валерьевич. Спасибо. Thank you.